Сьогодні на YouTube-каналі Національної академії наук України ми розпочинаємо цикл програм під назвою «Про науку компетентно». В сучасному світі вже нікому не треба доводити, що будь-яка наша реальність може базуватися тільки на науці. Цифрові технології зараз надають нам можливість широкого доступу до будь-якої інформації, що пов'язана зі знанням. Однак мати доступ до інформації і вміти її розуміти, і тим більше користуватися нею – зовсім різні речі. Тому ми хочемо ввести в практику регулярні інтерв'ю вчених Національної академії наук України, в яких вони в доступній формі будуть розповідати про те, чим займаються, що нового, цікавого відбувається в їхніх дослідженнях, як це може змінити наше життя, життя звичайної людини, або яку користь принесе державі. Я вважаю, що така площадка буде корисною як самим вченим в плані наукової комунікації, так і суспільству. Сьогодні тема номер один – COVID. Ця тема дійсно має такий номер. Всі ми трошки налякані, у всіх є багато питань, яка вакцина краща, наскільки небезпечні нові штами, чи будуть нові мутації, а вони відбуваються, як ми бачимо, як COVID впливає на організм людини в довгостроковій перспективі. Незважаючи на те, що моя спеціалізація особиста далека від епідеміології, такі питання останнім часом задають навіть мені. Тому нашим першим гостем став директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, академік нашої академії Михайло Арсентійович Тукало. Вітаю, Михайло Арсентійович. Перше запитання. Воно пов'язане з тим, що, як я згадую, в березні минулого року завдяки вашому інституту, вам особисто, дуже прозвучала гучно Академія наук з уст президента України Володимира Олександровича Зеленського щодо тестування людей, які захворіли на ковід, і ви тоді запропонували одне з перших, перше в Україні, одне з перших в світі, це ПЛР-тести, які тоді ще так мислилось, що будуть широко впроваджуватись і використовуватись тут у нас в Україні. Зараз вже дехто говорить про експрес-тести, які можуть замінити ПЦР. З другого боку, я знаю, що ви продовжуєте вдосконалювати цю роботу, і дійсно, особливо зараз, коли відбуваються такі цікаві моменти, які все нові і нові такі, чи ж мутації, правильно сказати, чи нові види цього вірусу, щоб знаходити більш точний результат щодо аналізу на захворювання у наших людей. Як це відбувається зараз, ця робота у вас? Ми дійсно в березні минулого року ми зробили тест-систему по проханню РНБО. Дуже швидко ми її зробили. Ми чекали пацієнта, який з'явився тільки в квітні, на якому перевірили тест-систему. Вона абсолютно точно спрацювала, підтвердили секвенсом ті фрагменти, які видає нам тест-система. Вона працює ідеально. І, між іншим, ті праймери, які ми вибрали, порівнюючи, на той час було 13 послідовностей вже вірусу відомо, і до сьогоднішнього дня в них мутацій немає. Нам повезло, або ми були дуже такі. Тобто ця тест-система перша працює. Але ми з самого початку планували розширити ці ПЛР-тест-системи, тому що ми розуміли, що ця інфекція буде десь восени, а воно так і трапилось, на фоні інших інфекційних захворювань, ну, наприклад, грипу. Тому ми почали хотіли більше універсалів. Да, ми вирішили робити комбіновані тест-системи, в якій можна за один аналіз проводити. І перша тест-система така комбінована у нас була з грипом. Тобто за один аналіз можна виявити, це коронавірус чи грип, або А, або Б.
От. Це теж спрацювало, і ми підтвердили, що воно працює. І на сьогоднішній день у нас є така комбінована тест-система на 7 типів вірусів. Зараз стоїть питання вдосконалення тест-систем. З другого боку, ви вже про це говорили, що ви хочете зробити таку універсальну тест-систему, що від одного тільки аналізу, який можна отримати в діагностичній лабораторії, можна зрозуміти, чи у вас ковід, чи у вас грип типу А, Б і так далі. Тобто в одному аналізі зрозуміти, на що ви захворіли, на який вірус. Як це просувається у вас зараз? Ну, ми це запланували, якщо чесно, з самого початку цю роботу. І ми отримали, між прочим, на цю розробку грант Національного фонду. Діло в тому, що це визвано двома речами. Конфекція, можливо. Вот это конфекция, я думаю, для наших зрителей не очень будет понятное слово. Нет, это двумя вирусами человек может одновременно заболеть. Такое бывает, редко, но бывает. А это и так называется, да. Это называется конфекция. А второе... Коинфекция. Да. Второй очень серьезный вопрос – это бессимптомные болезни. Особенно вот все дальше и дальше. Многие об этом говорили. Больше мутаций этого вируса приводят к бессимптомности. Молодежь особенно быстренько переболела, но они же носители. Их надо тоже фиксировать. И возникает, а чем они вообще болеют? Это риновирусы, такая болезнь, очень распространенная, чаще, чем коронавирус даже сейчас. Вот. Поэтому мы это с самого начала понимали эту проблему. И сейчас у нас есть уже такая тест-система. Сначала мы простую сделали тест-систему, где можно одновременно было коронавирус фиксировать, идентифицировать и вирус гриппа. Это сработало, мы проверили. У нас были как раз больные и гриппом это в прошлом году, и коронавирусом. Она сработала, мы проверили на последовательности фрагментов, все точно работает. Потом мы, так сказать, развернулись на 7 вирусов. Сейчас у нас есть тест-система, в которой одновременно можно фиксировать или идентифицировать 7 различных вирусов. Риновирус, вирус кори и так дальше. Уникально. Вот. И она не намного дороже на самом-то деле, потому что там добавляется количество праймеров. Ну да, от праймеров зависит на каждый. Нам сейчас, конечно, надо ее отработать, набрать количество больных, потому что ситуация такая, что коронавирусных больных много, а таких уже мало. Вот. Мы имеем сейчас договоренность с Центром громадского здоровья, что у них есть 5 так называемых опорных станций, где они проверяют на продвижение тех или иных инфекций. Эта процедура нужна не только, чтобы самим убедиться в точности систем, но чтобы потом была эта система зарегистрирована и принята они как стандартная. Они должны проверить наши системы, и вот у нас такая договоренность есть. Вот мы, когда их сделаем, мы им передадим, и они проверят. Но это еще, так сказать, только один момент наших так называемых комбинированных или комплексных тест-систем. Второй вопрос связан с тем, что вообще генетически есть предрасположенность у некоторых людей к тромбозам. Это раз. Во-вторых, постковидный синдром, так называемый, знаменитый, тоже связанный, что у многих людей продолжаются болезни и в том числе тромбообразование. Поэтому мы изучили порядка 10 генов, которые отвечают за... Генов человека. За тромбообразование, тромбозообразование. Вот, выбрали с них порядка 2-3, которые очень четко, мы на 50 где-то, у нас была панель здоровых 50 и где-то больных 50 коронавирусом, и определили, что да, это четкие гены, которые их увеличение их экспрессии, то есть синтеза МРНК, приводит к тромбообразованию. То есть вы одновременно для того, чтобы создать тест-систему, изучаете геном вируса, его вот модификации. А для того, чтобы понять, как влияет вирус на тромбообразование, или, как говорят, сгущение крови,
вы изучаете еще геном человека и те гены, которые за это отвечают. Ну, это на самом деле не геном, а уже МРНК. Мы для этого берется, брали кровь больных и здоровых, выделяли оттуда лейкоциты и проверяли экспрессию или количество МРНК тех или других генов. Угу. Вот. И это показало, эти данные абсолютно четко нам показали, что есть такие маркеры, можно их назвать, которые сопровождают тромбообразование. То есть сразу будет для врача понятно, да, можно ли делать специальные уколы, как я их себе делал, когда болел. Тоже, причем это можно чтобы делать... Чтобы сгущения крови не было, либо не нужно этим заниматься. Это можно делать в процессе лечения, потому что вот есть... То есть ваша вещь может войти вообще в протоколы лечения? Мы на этом надеемся, потому что, вы знаете, протоколы очень сложные. Там включают... Но они универсальными не могут быть, да, они универсальны. Они включают там и гормоны, и надо врачу угадать, где остановиться. Вот, потому что где-то на грани врачи проходят при лечении. Вот, и такие тест-системы, я думаю, очень сильно помогут. Какое, как вы рассчитываете, насколько вот эти тест-системы, которые и определяют, какая реакция будет у больного, реакция на кровь, и одновременно такие универсальные тест-системы, которые определяют не только от ковид, а другие возможные гриппы и вирусные заболевания. Насколько быстро это появится в наших диагностических лабораториях? Понятно, что это запрещенный вопрос, потому что вы скажете, давайте профинансируем эту стадию опытно-промышленную. Вот на сегодняшний день, так сказать, да, действительно, борьба в прошлом году за внедрение той тест-системы нас научила, что нужно на себя рассчитывать. Поэтому в этом году мы сделали очень, ну, нам, естественно, помогли наши, так сказать, люди, которые понимают, что это надо, и в Верховной Раде, вот, что надо... Сам... Да, у вас были дополнительные средства выделены, вам передали Центр инновационных биотехнологий. Нам передали Центр инновационных технологий, сейчас происходит эта процедура неприятной ликвидации, но неважно, мы уже как-то прошли это дело. Я думаю, через некоторое время у нас будет возможность самим в абсолютно легитимных, нормальных условиях вот, нарабатывать эти тест-системы в том количестве, в котором оно надо будет. Это вот. Очень здорово. Всяких, на базе этого центра инновационных биотехнологий. Без привлечения каких-то там индустриальных, серьезных мощностей. Вот. И поэтому мы сейчас на себя рассчитываем. Я думаю, что мы сможем первую там партию пилотных сделать тест-систем и их проверить. Вот. А то, что это будет востребовано, я в этом как абсолютно уверен, потому что мы знаем, что этот вирус не закончится. Вот это самый интересный вопрос. Вот пока мы поняли то, что вот я скажем, впервые вот от вас, хотя мы с вами постоянно общаемся, я благодарен вам за частые разъяснения, которые я получаю по телефону, но то, что вот вы ведете такую работу в таком спектре, я думаю, это нигде еще ни по масс-медиа, нигде это не про... никто не был проинформирован, это впервые происходит. Вот скажите, пожалуйста, самый главный вопрос, который задает каждый себе, не только ученые, а каждый наш телезритель, наши все обыватели. Вот казалось, когда начался эта пандемия, ну, пандемия ее назвали так, казалось, что вирус выдохнется скоро. Да? Вот он станет, ослабнет, и уже это превратится в обычное сезонное заболевание гриппа. А сейчас... Вот скажите, хватит ли у нас вообще алфавита, уже альфа, бета, гамма, дельта, уже я знаю даже я про эпсилон, который в Калифорнии появился, дельта разделяется на разные сублинии, как говорят эти виды, вот что чего дальше ожидать, насколько вот эти мутации, новые виды, подвиды этого вируса, насколько люди могут обезопасить себя прививками, которые сейчас уже в достаточном даже у нас в Украине ассортименте есть. И вот сейчас мы ожидаем даже, я слышал, читал точнее, что у нас будет и Moderna уже даже, у нас Pfizer есть Sinovac, CoronaVac там, и другие. Вот не придется ли устраивать постоянно гонку, варьировать новые вакцины, чтобы
как бы догнать эффективность влияния на возможные заболевания от этих новых разновидностей. Если уже с конца вашего вопроса начать насчет гонки, так мы уже давно в эту гонку впряглись. Вот. Если взять более широко, вот, и взять и микробные инфекции, да, мы же уже всю жизнь начали гонку против микробных. Вот антибиотики уже не действуют на многие бактерии. Антибиотики уже не действуют. Да, то есть, да. Я не помню, кто-то из российских очень известных ученых сказал, что это борьба на всю жизнь уже у нас. И вопрос заключается в том, кто победит. Ну, значит, так, микробы, вирусы или мы. Заключается в том, насколько мы научимся перезаряжать свое оружие. И вот этот и прошлый вот. А может быть вот, и насколько мы поймем, что мир состоит из нас, из живой мир состоит из вирусов, тоже, бактерий. Да. Людей, животных. Когда мы начнем понимать, да, что которая это биосфера, биосфера, да, которая цельная вещь. Да, в равновесии тоже, да, и любые, да, да, когда сбивается сбой, какое-то равновесие приводит к различным эпидемиям. Но вот перезаряжаться, научиться, это очень важно. Вот. Ну, во-первых, придумать новый вид оружия, я опять же таки с конца вашего вопроса. Ну да, биологическое оружие, это вот. Его называют очень да, часто. Я имею в виду оружие борьбы с вирусом. Вот очень сильный прорыв, я считаю, произошел создание РНК-овых вакцин. Вот, потому что, в принципе, это уже более 20 лет. Это первая Pfizer. Идея уже это, так сказать, понемножку разрабатывалась, но она вырвалась вот только благодаря коронавирусу, такая возможность появилась, что ее быстро внедрили. Вот. И вот РНК-вакцины действительно дают возможность быстро перезаряжаться. Потому что РНК-вакцину, ну, можно там за неделю переделать ее, собственно говоря. Угу. Вот. И это уже большой плюс. И с тем алфавитом, который вы назвали, теоретически мы можем бороться. Но практически мы, думаю, можем бороться даже при более широком вакцинировании. Потому что из всех букв, которые вы назвали, включая дельту, вот, почти все вакцины выдерживают. Вот. Вот ну, дельта, говорят уже, что дельта уже дельта менее уже эффективно стеряет существующие вакцины. Некоторых фирм она немножко менее эффективна. Но вот, к сожалению, на прошлой неделе уже появились в Science статья про, так сказать, люди очень глубоко изучили мутации нового эпсилон калифорнийского. Там, к сожалению, есть две неприятные мутации в N-конце этого спайка белка, которые, то есть в этих шипах, да, так, которые, да, приводят к некоторым конформационным изменениям этого спайка и приводят к тому, что не узнаются моноклональными антителами против этого. Что, если он у нас уже есть? Я думаю, что есть, потому что в маленьком количестве. Я вчера посмотрел, где-то, например, в Европе, в некоторых странах, типа Германия, пока что 3 случая. А дельта в каком уже? Ваше ощущение? Дельта у вас есть ощущение вируса, я бы так сказал. Я думаю, потому что вы все время с этим дельта работаете. У нас уже почти в каждого человека, который вернулся с России, я уверен. Вот. Поэтому вот сколько у нас вернулось с России, сколько у нас и процентов. А там говорят процентов 80 дельта, да? 70-80. А в России 70 так точно. Если, ну, по крайней мере, в мегаполисе, в Москве и в Санкт-Петербурге так точно там столько. Поэтому этот рост объясняется очень просто. Ну вот теперь вы меня перейдем к этому алфавиту. Да, алфавит. Все мы ожидали, и ученые, и, так сказать, эпидемиологи, что этот коронавирус, как, например, и МЕРС, и SARS-1, ну, да, вот, через какое-то время упадет его... Так все ожидали, вот. Вот. Но, те же истории прошли уже. Мне кажется, из-за того, что этот вирус все-таки имеет некие особенности, и мы не знаем, они... откуда появились эти особенности, природные или синтетические, я не буду на эту тему сейчас спорить, но, скорее всего, они есть. Вот. И, скорее всего, они связаны, возможно, с особенностью вот как раз нетранслируемой части, там,
5 штрих конца этого вируса. Ну, это мои предположения. Вот. Вирус не выдыхается, к сожалению. И мы должны быть к этому готовы. Вот дельта, мы еще не успели дельту зафиксировать в Украине. Сейчас мы должны про капу думать. Про эпсилон. Да. Вот. Значит, что нам надо делать? Нам надо быть во всеоружии. Вот. Вакцинироваться надо 100% всем. И... Я уже вас послушал. Да. Вот я, честно говоря, мне многие не советовали, когда я вам позвонил. После этого я принял сам решение. Просто те риски, которые дает самая нехорошая вакцина, я не знаю, какая там самая нехорошая, и те риски, которые возникают у человека, который не вакцинирован, они просто несоизмеримы. Да. Вот. Поэтому вакцинироваться надо 100%. Скажите, пожалуйста, вот в связи с все-таки очень важный вопрос. Я знаю, я, честно говоря, тоже с этой критикой выступал. Когда начало появляться вот уже новые мутации, все поняли, вы благодаря большому опыту и оборудованию, которое у вас есть, так называемым секвенаторам, которые вот расшифровывают, по сути, этот вирус, вы начали регистрировать новые штаммы. В это время вас МОЗ не слышал, насколько я помню. Не слышал, да. И отправляли в Лондон и отправляли в Шарите. Результатов мы ожидали через месяца полтора первый раз, и второй раз тоже где-то около этого времени. То есть это, вообще говоря, была вопиющая вещь. Если бы мы заранее вас бы послушали, и ваши результаты были восприняты, мы бы лучше подготовились вот к тому новому, что вирус меняется и появляются новые штаммы. Скажите просто, сейчас ситуация меняется, вас слышат уже? Ну, сейчас ситуация меняется, но не так кардинально. Дело в том, что действительно, вот я просто хочу напомнить, как было. Еще летом прошлого года, вот когда мы увидели, что вирус мутирует быстрее, чем предполагалось, вот. Мы поняли, что нужно бить тревогу. И предложили Центру громадского здоровья специальную генетическо-эпидемиологическую программу, которая включает вот, секвенирование полногеномного вируса. Вот, на базе нашего института у нас есть действительно секвенатор, где мы можем это делать. Эта программа как будто была принята. Вот МОЗ согласился, принял программу. Но Кабмин потом ее совершенно отказался финансировать, а это вообще затратные вещи, полногеномный секвенс сделать. Вот. Потом, когда уже в феврале этого года появился другой штамм, который британский, который уже очень сильно в Европе распространился, и некоторые институты, институт, кажется, Громашевского, тоже отметил, что заходит он в Украину. Тогда мы собрали все свои возможности, все свои остатки. Сами профинансировали. Вот, да, и выехали на поле боя. Да, и вышли на поле боя, и 19 образцов с Ивано-Франковской области, и там порядка... Ну да, когда курортный сезон был, да? Киевского, там... да, вот когда еще там дискуссия шла, закрывать Буковель, не закрывать. Когда мы просеквенировали, мы сами в шоке были, потому что все образцы оказались британскими штаммами. Никто этого не ожидал. Вот. И вот это доказательство того, что это надо было делать раньше. Если бы это делалось на месяц раньше, то было... То есть до сих пор еще вы ждете поддержку вот, мы ждем, вашей работы? Давайте я все-таки закончу. Почему это важно делать в нас в Киеве? Мы это делаем за неделю. А иногда даже... Вести образец, ждать вот, его, привезли время. Образец, через 6 дней мы даем результат. То, что делает громадское здоровье с европейскими лабораториями, Центр громадского здоровья. Значит, они сегодня дают, в лучшем случае через полтора месяца они имеют результат. Ну, это, за это не, время, сейчас, да. Вот показано, мы сейчас видим и по британскому штамму, и по дельту. Одного месяца... Дельта индийский называют еще. Да, так. Одного месяца достаточно, чтобы он вытеснил полностью все штаммы. Вот в этом месяца, самая главная проблема. Мы уже увидели, насколько быстро меняется. Поэтому задача такая ургентная. Быстро сегодня, конечно. Здесь, сейчас, в самом таком вот хорошо оснащенном вашем центре. Идентифицировали ровно за 5 дней.
Нам привезли даже меньше, по-моему. Ну, ребята работали в субботу, вот там троица была и работали. Вот. И мы дали эту информацию, и она очень важна была для правительства. Сейчас они нам помогают, что-то там заказали, какие-то реактивы, но реактивы где-то идут, мы уже выдохлись. Мы, сегодня ребята наши ставят. У вас еще есть тендерные процедуры, наверное, если вы институт закупаете. Конечно, сегодня ребята последние реактивы используют, потому что мы насобирали еще нескольких образцов с разных точек Украины, и все, больше у нас ничего нет, и мы ждем. А это надо было делать еще в прошлом году, понимаете, в чем дело? То есть, на самом деле, вот еще, правильно я понимаю, что вы, как человек близко с этим связанный, и мы люди, которые, по-моему, уже большинство, мне кажется, переболело, все понимают, насколько это важно. Сегодня, наверное, два главных приоритета для науки – это новые виды военной техники и ковид. Ну, уже как бы на остальные приоритеты немножко, ну, тоже все актуальны, но как бы на втором уровне находятся. Но понимание, что это общенациональная, общегосударственная задача, ее можно проводить в жизнь только собственными силами, при этом, конечно, покупая и оборудование, и лекарственные препараты, и вакцины за границей, такого еще понимания нет. К сожалению, нет, потому что тут же для меня это на поверхность лежит. Это элемент национальной безопасности. Мы боремся с этим вирусом, с другим. Мы отрабатываем платформу, вот, и эпидемиологическую, и научную, и коммуникационную, всякую. Когда, например, Южная Корея и другие страны на SARS или на MERS тех еще это отработали, вы видите, как у них все хорошо сейчас происходит. Да, я помню, вот. Ну, мою личную даже борьбу, чтобы были украинского производства тест-системы против тех вирусных заболеваний, какое-то встречала такие барьеры в Минздраве, это было жестко. Это, помню, ну, я проводил. Думаю, что на примере вакцин все прекрасно понимают, что надо отечественно именно биологические препараты иметь. Казахстан выпускает свою вакцину. Казахстан бы запускает, не знаю, да. На каком уровне, но да. Я знаю, что они занимались своей разработкой с участием там, других стран, возможно, и так далее. То есть, но как-то ситуация с вакциной украинской немножко затихла. Ну, понимаете, работа научная, она как в банке, она любит тишины. Вот, поэтому потихонечку там уже несколько лабораторий работает, включая нас, мы тоже пока очень тихо работаем. Вот. Я думаю, что будет все равно скорость лимитирующим в этом вопросе два фактора. Первый. Проверка вакцин на живом вирусе, чего в Украине, к сожалению, на сегодняшний день нужно специальные лаборатории БСЛ-3 у нас нету. Возить куда-то что-то проверять – это смех, понимаете? Потому что наука делается как? Если делать степ-бай-степ, то можно и до смерти это делать. Иногда нужно распараллеливать вещи в науке. Одновременно все там. Да, например, несколько вариантов вакцин надо делать. И сразу же их надо проверять. Понимаете? А если их не проверять, то в конце окажется, ну вот, мы там ошибку сделали. И снова год пролетел. Поэтому пока у нас не будет лаборатории БСЛ-3, серьезных разработок не будет. Но ту платформу, которую вот лаборатории уже начали делать, это очень тоже полезно, очень важно. Потому да, что... это как раз была информация на заседании президиума. Да, да, да. К сожалению, многие не знают об этом, но работы проводятся и на высоком уровне. При том тех возможностях, которые сейчас есть у нас. И опять же я хочу, это опять-таки же элемент национальной безопасности. Сегодня этот вирус, завтра второй вирус. Потом эти вакцины, ведь РНК-вакцины, откуда они взяли корни? Это разрабатывались вакцины как противраковые препараты, понимаете? И сейчас, в том числе и в нашем институте, мы планируем это делать дальше. Вот, потому что это очень эффективно и ну, не то, что просто, а... Ну да, можно сказать, даже проще. Это что-то как лего складывается. Да, это да, достаточно быстро можно переориентироваться и так дальше.
Вот. Поэтому эти наработки, которые они будут, они, конечно, очень важны для создания платформ. Но потом дальше возникают два очень важных момента. Для замовлення. Ну, это ключевое. Это ключевое. Если сзаду взять, то это ключевое. Пока не будет держзамовлення, ничего не и будет. И уверенности. Потом, поэтому, второй вопрос. Опять же, если сзаду взять. Где проводить клинические испытания? 30 тысяч набрать людей, которых надо вести, которым надо заплатить insurance, ну, то есть страховку. Страховку. Вот. И вести каждого надо. Это очень сложная задача для нашей украинской, я не знаю. Но это можно договориться с другими странами, в принципе. Вот. Многие страны, кстати, шли, да, шли, да, того, да, шли на договор. Потому что тут надо достаточно сильная медицинская система, где могут такое вести как это минимум полгода. По крайней мере, реформы, да. Не нужно спешить. Ну, я не говорю, что надо набрать этих еще больных, да, вот, вот сейчас еще их сложно набрать, когда нет пика, а еще надо их вести, потому что вот в России, вы же знаете, провалилось это клиническое испытание, потому что они поперебегали, там начали вакцинироваться, ну, короче, открыли же эту дату, кто вакцинирован, кто, ну, короче, это серьезно. Ну, и опять же, если сзаду идти, это BSL-3, для того, чтобы лаборатории, да. Но это не фантастические какие деньги для страны. Нет, нет, конечно. Но без этого это не фантастическое. Дальше. То есть вот то, что сейчас у нас наблюдается, очень низкий уровень пока заболеваемости, слава богу, это что, затишье перед бурей? 100%, что это затишье перед бурей. Вот и в эпидемиологии, и в генетике популяции есть такое представление. Фактор горлышка бутылки. Вот мы сейчас в этом горлышке находимся. Ну, если мы имеем пик, да, смотрите, спад идет заболеваемости. Каждая популяция живого организма, вирус тоже можно считать живым организмом, потому что это форма жизни, да, абсолютные паразиты. Каждая популяция пытается выжить. Вот. И когда идет спад количество популяции, популяция, ну, идет на все возможные вещи. Во все тяжкие. Да. Начиная изощряться, да, своими, да, мутациями, чтобы вот, снова вот мутации, начинать пожирать свой объект. Рекомбинации, перенос генетической информации, ага, горизонтальной, на все что угодно. Вот когда идет спад, это горлышко уже к бутылке. То есть вирус, вот, у вируса вот, паника. И он, да, начинает быстро меняться. У него паника, и он начинает выкручиваться. И вот это самый важный момент для эпидемиологов. И дальше наблюдают нам сюрпризы. Да. Вот поэтому вот в этот момент и надо вести мониторинг, искать новые штаммы, искать, что происходит в разных областях региона. Да, и какие штаммы, не дай бог, рекомбинируют. О, да. Это вообще будет ужас, если рекомбинируют. А такое тоже возможно. Вот, поэтому, вот вы совершенно правильно, это есть затишье перед бурей, или как генетики, популяционные генетики говорят, эффект горлышка бутылки. Здесь надо работать серьезно. То есть сейчас говорили о том, что у нас спад из-за того, что лето, вирус не любит жары, все одели маски, мы с вами встретились в масках, но уже переболевшие и привитые. Вот и сейчас так поэтому говорим более-менее спокойно. И что вот сейчас уже, наконец, вакцинация уже достаточно широко идет, что это результат именно этого снижения заболеваний. На самом деле мы понимаем, что, конечно, это все позитивные моменты, и санитарные ограничения, и вакцинация, и люди стали гораздо лучше следить за собой в связи с этим. Но это есть естественный процесс эволюции вируса, и это нужно понимать. Да. Что этот спад обернется подъемом. Важно, что этот подъем, насколько этот вирус будет заразен, насколько мы точно вовремя будем его определять и понимать, насколько вакцины нынешние, ныне действующие, эффективно могут бороться с ним, и что нужно предпринимать, чтобы новую вакцину. Вот в этом, по сути, должна быть самая главная задача сейчас, да? Ну да, вот мы имеем два примера стран, где как будто с вакцинацией все нормально, да? Британия
где там больше 60% уже получили две вакцины. И они объявляют, что уже собираются от масок отказаться. Дельта штамм там, там уже привел к тому, что там очень экспоненциальный рост заболеваемости. Второй пример – Россия, да, да. Где в Москве тоже как будто до порядка 60% вакцинированных. Опять же, там нас еще... То есть расслабиться нельзя. Нас еще до 60% очень далеко вакцинировали, поэтому расслабляться тем более нельзя. Вот, и надо ожидать и готовиться, выявлять очаги, пытаться разобраться с тем, как, кто с кем контактировал, и так дальше. Очень важно. Что является, конечно, каким-то... Я бы не сказал, что это является неприятным осадком этой информации, что нам нужно готовиться все равно во всеоружии к новым штаммам вирусов, и никто не застрахован, чтобы не заболеть. Но с другой стороны, та позитивная и вселяющая оптимизм информация от вас, что мы понимаем сегодня, на самом деле уже больше и больше процессы, которые сопровождаются вот и в реакции человека на вирус, и что происходит с вирусами, для того, чтобы лучше готовиться к этой встрече. И эта готовность должна быть постоянной, ровно как мы охраняем границы своего государства, да? Ровно как и мы должны все меры и всю государственную систему построить так, чтобы каждый раз ожидать вот этих неожиданных пришельцев в виде вирусов, которыми мы должны быть постоянно каждый раз готовы. То есть появляется сразу тест-система, мы знаем, как определять, мы понимаем, что это за мутация, в это время уже понимаем, какая вакцина лучше всего будет противодействовать этому, и какой протокол лечебный должен быть, вот как, основанный на специфике генетической каждого человека, у кого сгущается кровь, у кого может быть какие-то воспаления, не могут быть, и все это должно быть в арсенале у нас. Ну, так устроена жизнь, и мы, как говорится, ничего не можем сделать, мы часть этой жизни. Да, Михаил Александрович, очень, я думаю, очень интересный был у нас сегодня разговор, а самое главное, вот много новых таких и неожиданных, думаю, для многих вещей, которые вы сказали. И люди не только, мне кажется, зрители поняли, что у нас высокого уровня наука. Но мы понимаем проблему, и дело осталось только за малым. Эту проблему решать. И даже как ее решать, знаем. Главное, чтобы были готовы для решительных действий вот в этом направлении. Поэтому спасибо вам огромное за сегодняшний разговор. А нашим зрителям, я скажу, сегодня был у нас в гостях академик Национальной академии наук Михайло Арсентьевич Тукало, директор Інституту молекулярної біології і генетики, який знає багато що про віруси, як з ним вірус COVID і як з ним треба боротися.